Учителей в Уральске поощряют премии в 1 000 000 тенге. Сегодня в городе провели торжественное собрание, приуроченное к 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова. На мероприятии подвели итоги конкурса «Почетный педагог Уральском». Проводится он уже в 3-й раз и каждый раз с большим количеством участников. На этот раз за звание лучшего боролись 40 работников образования. Статус почетного педагога присвоили учителю начальных классов школы, гимназии эстетического направления Акуль Рахметовой. Ей вручили сертификат на 954 тысячи тенге. Еще 6 участников стали призерами и получили поощрение в 100 тысяч тенге.